Мы потихонечку перемещаемся немножко в другую стезю. То есть раньше что у нас было? Раньше, ну, не каждый мог себе позволить поролонные жалюзи. Я это увидел в Турции. Вообще было очень красиво. И в Турции я понял, что турки реально экономят на охлаждении, потому что летом все в рулонных жалюзях. А мы можем реально экономить на отоплении, потому что рулонные жалюзи таким же образом закрывают ваши окна. Или вы забыли? А мы расскажем, что в свое время, ну почему в свое время, да и сейчас отдельные товарищи машины ремонтируют где? Машины ремонтируют в гараже. Да-да-да, они машину ремонтируют в гараже. А гараж, как правило, ну не самое теплое место, коли честно, да? Так возникает вопрос, то есть давайте все-таки определимся. То бишь, если рулонные жалюзи, они очень плотно прилегают к стеклу. Что такое стекло? Стекло – это полимерный материал, и промежуток у него – это воздух. Так вот, чем больше воздуха, тем теплее будет в вашей квартире. Клевая ситуация, а вы не знали. И поэтому мы говорим про эти рулонные жалюзи, да и вообще жалюзи, они могут быть разные. То есть сами жалюзи, они сами предотвращают утекание тепла. Ну, мало того, они еще закрывают то, что вам необходимо. В случае чего открыли и открыли. А так просто закрываете. И они бывают разные, разные. Мы вам все сегодня покажем. То есть мы куда приехали? На проспект Ленина, 80. Жалюзи мастер. Если вам интересен телефон, я вам расскажу. 28 98 50. Можете позвонить, выбрать и поставить себе. К слову о том, что у меня во всех помещениях разные жалюзи. И мне это очень-очень нравится. Перемены. Каковы они? Нам-то повезло больше. Тем, кто в возрасте от 40. При нас все раскручивалось неимоверно. И продолжение идет. Но продолжение очевидно, когда вы чуть-чуть журналист и инженер по профилю. Я не буду вас баловать тем, что ранее было непонятно. Но это есть. Самое забавное случилось за рубежом, но оно реально осваивается в Магнитогорске. Одна из них – это жалюзи. Это то, что для меня лучшее. Шторы тоже хороши, но они в большей степени увеличивают энтропию. Жалюзи интереснее. Для того, чтобы не напрягать, нужен сумрак. Потеря зрения – это наша жизнь. Оно идеально, но избыток солнца приводит к износу хрусталика. Не въезжайте, а зря. Альпинисты – все в очках. Все, кто работает со снегом, а это спортсмены – в очках. Пилоты самолетов – в очках. Очки и лучшее зрение для них – это жизнь. Теперь ваша фантазия. Вы же все умны. Вы всегда можете придумать. Вы молодцы. Так придумайте жалюзи. И вам все это сделают по вашим правилам в «Жалюзи Мастер». Ну а про качество, в смысле экономии тепла, я вам объяснял. Теперь вопрос цены. Она вас может напрячь, а может нет. Меня лично работа с «Жалюзи Мастер» не напрягает, как и то, что можно установить на окна непрозрачную композицию, легко передающую цвет для 3D-проектора в 4К. Круто! Да безумно круто! К слову, процедура, передающая свет. Это всего лишь поворот, и не надо бежать, перенося шторы из места на место. А про цену вам говорят покупатели, коих пруд пруди. И даже в центре города, на Ленина 80, ценники вас должны прельщать. Поставили буквально там минут 5-10, они прикрутили. И сейчас вообще замечательно. Я здесь, в этой комнате работаю. И свет, вот, если можно заметить, вообще не мешает. То есть это хорошо? Да, отлично. Вот ко мне приехал мастер, мы с ним вместе подобрали вот эту композицию. Мне понравились необычные такие жалюзи, чтобы не однотонные были. Ну, сделали очень быстро, качественно. До сих пор они служат мне верой и правдой, исправные. Вопрос тогда, вопрос интересный, да? То бишь, я не думаю, что это сильно дорогое удовольствие, да? То, что, в принципе, каждый сейчас может себе позволить. И где вы все это дело заказали? Да, я заказала в компании «Жалюзи Мастер». Вот, дело в том, что это самые жалюзи, можно сказать, эконом-вариант, потому что они, ну, доступны, и они очень удобные. Для нас шторы, жалюзи,
достались совершенно бесплатно. Это был как подарок для нашей организации. Это было более 2 лет назад уже. Мы пользуемся, это было очень быстро. То есть после заказа прошло очень в короткие сроки. И плюс, ну, качество жалюзи нас вполне устроило. До сих пор как бы нет никаких абсолютно претензий. Пользуемся с удовольствием, с радостью. На всех окнах у нас жалюзи качественные. Ну, вот примерно так, да? Жалюзи красивые, да? Жалюзи у кого-то. Замечательные жалюзи. Заказывал их у Андрея Коротенко. Он глава, директор компании «Мастер жалюзи». Очень доволен. Сделали быстро, сделали в срок. Буквально 2 дня и пришли, замерили, все сделали. Буду еще обращаться и всем советую. Жить необходимо красиво, зная, что можно, используя современные технологии, заглядывать в будущее. Лучше смотреть и видя поражать всех. К слову о жалюзях. Вы придумываете свой стиль, а жалюзи «Мастер» на Ленина 80 превращает все это в реальность. Чтобы было понятно, вот тот самый телефон 28 98 50. Или то самое место, где вы себе можете заказать эти замечательные шторы. Рулонные шторы. Это отдельная тема, мы не будем говорить, что. Вы можете представить, потом прийти и заказать. Не то, что есть здесь, а сами можете это дело сделать. Вы куда приходите? Вот сюда, жалюзи «Мастер», Ленина 80. Спокойненько поднимаете, заказываете и получаете, кстати, абсолютно незадорого то, что вам нужно.